Если бы результаты достигались легко, то все вокруг бы уже подтягивались 30 раз и ходили бы с кубиками пресса. Но в реальной жизни все не так просто. Если ты хочешь добиться успеха, я говорю не только сейчас про тренировки, я говорю также про учебу, про работу, про отношения, про жизнь в целом. Тебе нужно сфокусироваться на двух основных факторах. Это постоянство и время. Что такое постоянство? Или регулярность, или упорство. Это значит, что если ты поставил перед собой какую-то цель, ты начинаешь к ней двигаться. Каждый день ты делаешь небольшой шаг навстречу. Каждый день небольшой шаг, небольшой шаг, небольшой шаг. И рано или поздно ты до нее доходишь. Но ты должен все время двигаться вперед. Ты должен все время держать в голове эту цель и двигаться к ней навстречу. Очень часто придется пройти гораздо более долгий путь, чем ты изначально предполагал. Но ты сможешь его пройти, только если ты будешь двигаться вперед. Каждый день делать вот эти маленькие шаги, маленькие вклады, которые будут тебя приближать к достижению твоей цели. И вот это вот постоянство, не знаю, упорство, называй как хочешь, оно напрямую связано со вторым фактором, с фактором времени. Время — это вообще то, о чем многие не задумываются. Сейчас все хотят всего и сразу, как можно быстрее. Никто не хочет работать, никто не хочет трудиться, никто не хочет прикладывать усилия. Но так не бывает. Есть хороший пример, хорошая аналогия – шахматы. Ты садишься за доску, и вот у тебя расставлены фигуры на старте у тебя, у твоего соперника. И ты не ожидаешь того, что ты, бац, первым же шагом выиграешь. Или вторым шагом выиграешь, или третьим. Нет. Ты тратишь время, ты постепенно выстраиваешь свои фигуры так, чтобы они образовали атакующую ситуацию. Ситуацию, которая позволит тебе переломить игру в свою пользу. Потому что в шахматы – отличный пример. Одни и те же условия, вы абсолютно в равных условиях. Но в зависимости от того, как вы будете двигаться, что вы будете делать из шага в шаг, как вы будете менять эту ситуацию, от этого зависит, кто из вас выиграет. И для того, чтобы выстроить фигуры правильным образом, тебе требуется время. Тебе требуется время, и тебе требуется каждый шаг делать правильным. Тебе требуется каждый шаг совершать таким образом, чтобы он приближал тебя к этой выигрышной ситуации. Надеюсь, я понятно рассказал. К чему я вообще вспомнил шахматы? Сегодня я хочу показать одну схему небольшую, называется «Обратный ход конем». Это схема для отжиманий, которая одновременно использует три части груди – верхняя, средняя, нижняя. Среднюю и нижнюю мы обычно качаем, когда отжимаемся от пола, и больше качаем нижнюю, когда мы отжимаемся, когда руки выше ног. А верхнюю, наоборот, прокачиваем, когда ноги выше рук. То есть для того, чтобы прокачать равномерно всю грудь, нужно делать все три вида отжиманий. И в этой схеме именно это мы и делаем. Сейчас покажу, как она выглядит. Эта схема даже после первого круга пробивает просто. Очень хорошо грудные мышцы, заставляет вспотеть. Это намного сложнее, чем просто делать 50 от пола в одном темпе. Это принял упор лежа и отжимаешься. Ты здесь каждые 10 ты переключаешься, плюс ты меняешь сложность. Когда ноги выше рук, так отжиматься гораздо сложнее. Сама схема состоит из 5 упражнений. Сначала делать отжимания ноги выше рук, затем все в линию, затем руки выше ног, опять ноги выше рук и ноги в линию. То есть сложность, она примерно вот так вот. У вас вот такой уровень сложности, ноги выше рук, затем в линию, затем руки выше ног, затем снова резко наверх, когда снова ноги выше рук, и потом в линию. Получается интересный график. Если сделать хотя бы 3 таких серии на тренировке, то сразу поймете, что это неплохая схема. Я делал по 10 повторений. Вот, если тяжело, можно начать делать по 5 все, потом через неделю, через 2 делать по 7,
потом по 9, потом по 10. В сумме получается полтос, 3 таких схемы, 150, 5 схем, 250. И они занимают буквально, ну сколько там, минуту-полторы времени. Крайне эффективно. Так что рекомендую попробовать. В общем, если понравилась эта схема, то пиши в комментариях. Будем записывать больше таких тем. У нас еще много идей. И на этом, наверное, все на сегодня. Главное, помни, можно придумать десятки отговорок, чтобы не пойти на площадку заниматься. Но если ты хочешь добиться своей цели, то есть только один путь. Выйти и начать работать.